Здравствуйте, друзья. Погода сегодня хорошая, солнышко. Вот пришел в гараж, решил посушиться, снаряжение посушить, потому что после влажной погоды, когда катался, потом в гараже все плесневеет и гниет, поэтому надо чистить и сушить. Вот почистил, сушу. Погода хорошая. Ну и гараж заодно подсохнет. И всякие шмурдяк, как говорится, подсохнет. Поэтому вот надо в чистоте все содержать. Всем всего доброго. Спасибо за внимание. Пока.